Никитка-то, и сегодня мы хотим представить наш трейлер-видео. Это как бы не видео, а будет клип песни. И песня эта называется «Сонная вдова». Вспоминаю аж рожа. Это мы вам спели первую строчку припева. Но мы не будем полностью петь песню, все вы увидите в следующем ролике. Мы хотим рассказать то, что в этом ролике очень будет такое более юмористическое. Это как бы пародия на «Черных глазах». Мы этот текст писали на уроке, как бы за 2 часа мы уже написали этот текст. И, кстати, я хочу всем сказать то, что как бы все, кто смотрит это видео на Никитка ТВ, я хочу всех призвать, чтобы подписывались на Кенту. У него, кстати, прикольное видео, он жрал бильбузу. Вот как бы я вам сейчас показала эту коробку, но на ней стоит айфон. Неудобное сейчас положение, он так стоит, камера, вы бы знали. И сейчас я хочу сказать то, что если вы хотите, чтобы мы жрали бимбузу еще раз, но как бы, хотя он жрал там с другим видеоблогером, если вы хотите, чтобы я жрал бимбузу вместе с ним, или он жрал бимбузу вместе со мной, давайте наберем на этом видео и у него на канале, и у меня на канале. Ну, хотя бы по 5 лайков. Ну, у него по 5 лайков, а у меня давайте лайков по 15. Если мы наберем 15 лайков на видео, то сначала мы запишем, как мы жрем шаурму, и все, что мы думаем о ней. Потом мы запишем бимбузл челлендж. Как бы мы просто высыпем из коробки все к чертовой бабушке. И будем рандомно брать одного цвета, как бы, эту конфетку, и потом... А вскоре должен выйти клип уже «Черная вдова». Мы собираемся его делать на выходных, так как сегодня суббота. Мы сегодня не будем делать. Мы сделаем это как бы ближе к завтра. Монтировка делается нам подольше. Мы пока нам будем искать, кто нам поможет в клипе. И пока мы выучим текст до идеальности. Пока что у нас немного. Но это, кстати, очень там большая рифма. Мы там используем мистера Пропера, вдову, какой-то, блин, просто. Мы смотрели на текст «Черные глаза». Из этого текста мы выбирали только куплеты. Теперь мы сразу это выбираем. Ну, мы это делали на Гоге, как нам все мешали, мы пробовали с усмотром, и у нас все нормально. А вот некоторые слова мы больше не можем запомнить. Ну, скоро запомним. Короче, ребят, если вы хотите побыстрее, чтобы вышел клип «Черная вдова», давайте... Все пишите в комментарии «хочу» или «давайте быстрее». Ну, короче, сами подайте нам знак, чтобы мы побыстрее это сделали. Но когда мы сделаем этот ролик, мы сразу дадим вам знать. Мы под комментариями, под видео напишем. Ребята, скоро будет ролик. И все. И вы тогда поймете. Мы дадим вам определенную дату. Скорее всего, это будет следующее воскресенье. Мы дадим вам определенную дату. И вы в эту дату зайдите к нам на YouTube и на наш канал, вы увидите клип. А с вами был Кету и Никитка ТВ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И все. И давайте, короче, наберем 15 лосиков, чтобы вышел новый ролик. И давайте, конечно же, оставим положительный коммент. Всем пока!